Здравствуйте, дорогие мои. Знаете, у меня прямо какое-то прямо нетерпение. Предвкушаю завтрашнюю встречу с нашим императором. Можно сказать, с отцом русской демократии. И такой, кто он еще, какие титулы стоило бы перед его именем произносить. Хотел спросить у вас, знаете, всегда вот есть, может быть, где-то в глубине души какая-то вот маленькая, прям крошечная вот такая вот надежда, что а вдруг что-то такое, может быть, какое-то влияние небес или еще что-то, и завтра он скажет, что все, ребята, завязываем вот с этой дрянью, которой мы занимались вот эти десятилетия. И сейчас, ну, вздохнем, на чем по-другому, ну, соберемся, начнем как-то работать, что-то такое производить, учить, лечить, образовывать, нормально что-то такое строить. Есть у вас надежда? У меня, ну, если есть, то она вот прямо, ее надо, наверное, в электронный микроскоп смотреть. На нее сверху или откуда. Конечно, надежды нету. И предвкушение это горькое. Горькое. Похоже, конечно, в очередной раз мы увидим это шоу с подставными лицами, подставными вопросами. Конечно, наверное, будут острые вопросы. Интересно, будет ли вопрос про ШИЭС, про шамана. И, ну, там... Наверное, про наводнение будет. Он скажет, что все, там губернатора убрали, все разберемся сейчас, все всем заплатим, люди не пропадут, потому что государство, цифры, обязательно цифры, там все же нормально, что выплачено там столько-то, сделано столько-то, что продолжительность жизни наша увеличилась на годы, что построены школы, больницы. И все в порядке. Только чуть-чуть есть мелкие недостатки. Кого-нибудь обязательно спасет. Какой-нибудь девочку там подарит что-нибудь такого. Щеночка или котенка, чтобы мы умилились. Но, наверное, уже не действуют эти. Раньше действовали, а сейчас уже... Если все будет так же, как и было, то будет... Может быть, гладко построенное, но печальное шоу. Опять красивая обертка для... Не то, что некрасивой, а ужасной, вонючей начинки. Ну, хотел вот, честно говоря, вот у вас... Тут прямо хоть тотализатор открывай. Интересно, вот у кого вот надежда есть на хоть как, что-то позитив какой-то? Или уже все, уже прямо вот крест стоит на этом, что с этими ребятами, ну, ничего не может быть хорошего. Просто даже вот каких-то миллилитров, или что, чего-то совсем мили-мили. Давайте проголосуем, посмотрим, есть ли еще люди, вот, у которых вот так вот надежда есть. Или все. Сливай воду. Приехали. Счастливо, дорогие мои. Завтра посмотрю вообще все. Все прямо вот глаза выпучу и буду смотреть. По-хорошему, если бы, конечно, я пил, надо было бы перед этим бахнуть. Крепко бахнуть. Чтобы так уже... смотреть другим взглядом. Тогда, может быть, что-то хорошее увидишь. Только пьяным взглядом можно смотреть на эти серьезные, вдумчивые лица отцов демократии и всего остального. Все, пока.